Добро пожаловать или с возвращением на мой канал. С вами Сергей Королёв. Иногда случается, что мы не можем найти решение для сложных или мучающих нас проблем. Тогда мы можем обратиться к тому, для кого нет ограничений и для кого все возможно. Мы обращаемся к Богу. Творец всегда готов нас принять в свои объятия и помочь нам. И в этой медитации мы научимся вступать в контакт с Богом. Присядьте, как вам удобно. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и плавный, спокойный выдох. Наблюдайте за своим дыханием, как воздух входит и выходит. Вдох и выдох. Прислушайтесь, как ваше дыхание замедляется и ваш ум успокаивается. Почувствуйте, как на вдохе вы наполняетесь расслаблением, а на выдохе стресс и напряжение покидают вас. Сосредоточьтесь на чувстве своего тела. Начните с головы и медленно скользите вниз по всему телу. Замечайте любые ощущения напряжения или дискомфорта и позволяйте им раствориться и исчезнуть. Продолжайте дышать глубоко и спокойно. Во время каждого вдоха думайте о слове «расслабление». А во время каждого выдоха о слове «покой». Позвольте этим словам наполнять вас. Теперь визуализируйте, как все ваши беспокойства, стрессы и тревожные мысли начинают растворяться, словно дым. Они улетучиваются вдали, оставляя вас спокойными и свободными. Переведите внимание в область сердца. Можете даже приложить руку в области груди. Сохраняя внимание в сердце, представьте, что вас качает и убаюкивает любящий человек. Если вам тяжело это представить, представьте, как мама качает своего ребенка или как ваша мама укачивает вас с нежностью и любовью, когда вы были маленькими. Позвольте нежным, теплым чувствам начать заполнять вас. Не нужно анализировать или сопротивляться этим чувствам. Просто дайте им проявиться и оставайтесь с вниманием в области сердца. Продолжайте представлять, как вас укачивают, словно маленького ребенка. Представьте себе любовь, с которой вас убаюкивают и полностью вас принимают. Полностью, такими, какие вы есть. Может быть, в повседневной жизни мы редко сталкиваемся с такой глубокой, принимающей любовью. В большинстве случаев существуют конфликты и напряжение в отношениях. Но сейчас вы можете почувствовать себя в виде малыша, которого нежно качают на руках и принимают вас полностью такими, какие вы есть. Возможно, это осознание откликается у вас в груди, и вам нужно довериться и отдаться этому чувству нежности и принять, что вас кто-то полностью принимает.
Позвольте себе ощутить это переживание, когда вас принимают абсолютно такими, какие вы есть. Может быть, в повседневной жизни мы ставим барьеры между собой и окружающими, но в этот момент вы готовы отбросить их, позволить себе быть полностью принимаемыми. Вы разрешаете принять вас, вы не сопротивляетесь, вы просто расслабляетесь и ничего не делаете, а ваше внимание по-прежнему остается в груди. Позвольте себе сейчас расслабиться полностью и все отпустить. Просто вы расслабляетесь и падаете в это принятие. Представьте себе Бога как энергию или проявление, которое сравнимо с безусловной любящей мамой, которая всегда прощает вас, независимо от ваших поступков. Даже самые тяжкие ошибки и поступки прощаются. Бог постоянно принимает вас, заботится о вас, и вы чувствуете это. Представьте, что Бог непрерывно принимает вас такими, какие вы есть, и холит и лелеет, заботится о вас. Бог непрерывно принимает вас с момента вашего рождения до последнего дня вашей жизни, независимо от того, что вы делаете. Нет никаких условий. Просто расслабьтесь и позвольте этим объятиям принять вас. Вы в объятиях, вы в божественных объятиях, чувствуя полное и абсолютное принятие и любовь. Вы представляете, что прямо сейчас Бог вас укачивает, Он принимает вас. Позвольте себе ощутить эту опору принятия. Когда кто-то принимает нас такими, какие мы есть, мы становимся добрее и позитивнее, и у нас появляется сила для действий. Когда мы носим на груди камень, мы чувствуем страх, и это заставляет нас вести себя агрессивно, говорить грубые слова другим людям. Этот камень в нашем сердце мешает нам раскрываться перед жизнью. Но жизнь, так же как и Бог, принимает нас такими, какие мы есть. Бог абсолютно принимает нас без каких-либо условий. Обратите внимание на чувство, которое, возможно, все еще присутствует в вашей груди. Неважно, какое оно, тяжесть, боль или что-то еще. Позвольте себе почувствовать его сильнее. Направьте ему больше внимания. Возможно, сейчас вас может пробить на слезы, и это нормально. Все равно смотрите туда, пусть слезы текут, если они есть. И вам просто нужно по отношению к миру, к Богу, разрешить себя принимать. И вам нужно также принять то, что находится вокруг вас, и в том числе себя. Если кто-то принимает вас такими, какие вы есть, то и вы можете открыться и принять другого, и в том числе себя и весь мир таким, какой он есть. И представьте, как в груди сердце начинает расслабляться. Можете даже себя погладить в области груди и почувствовать, как
приходит расслабление. Доверьтесь этому ощущению, и как только вы доверитесь, вы почувствуете состояние покоя. И вы можете окунуться в это состояние и почувствовать его сильнее. Ваше сердце начинает раскрываться, и вы можете найти в нем частичку любви. Направьте внимание в это чувство. И опять вспоминаем убаюкивание с вниманием в области груди. Вас убаюкивают. И от этого наблюдения тело может даже само начать произвольно покачиваться. Не сопротивляйтесь этому. И еще раз позвольте себе принять вас и сами примите себя и все, что вас окружает. Не делите на хорошее или плохое, на какие-то качества. Еще раз говорю, вспомните материнские чувства. Позвольте себе вот так вот открыться, как будто бы мир вас полностью принимает. И сейчас попробуйте ощутить божественное присутствие, которое для вас представляется источником любви. Ощутите его бесконечную любовь и силу, окружающую вас как нежное, обнимающее тепло. Эти объятия наполняют вас чувством безопасности и умиротворения. Оставайтесь в этом моменте созерцания, позволяя божественным объятиям проникать в вас и укреплять ваше внутреннее спокойствие. И сейчас вы можете начать говорить с Богом. Если вы все еще не чувствуете его присутствие, можете просто спросить: «Ты со мной?» И позвольте из ощущения вашего бытия, вашего тела, вашего сердца принять его ответ. Я с тобой. Я всегда с тобой. Я люблю тебя. Я забочусь о тебе. Я даю тебе все самое лучшее. Ты есть во мне, и я есть в тебе. Сейчас можете повторить эти слова. Творец со мной. Творец любит меня. Творец заботится обо мне. Творец дает мне все самое лучшее. Ибо я есть в Творце. И Творец есть во мне. Если у вас возникают какие-либо вопросы или беспокойства, можете обсудить их с Творцом в этот момент. Просто обсудите это с ним как с самым близким человеком. Слушайте свое сердце и разговаривайте с Богом, вслух или внутренне.
вы можете выразить ему свою благодарность, спросить о чем-то, попросить поддержки или просто поделиться своими мыслями и чувствами. Я оставлю вас с ним на некоторое время. Хорошо. И сейчас, когда вы спросили и попросили о чем-то от Творца, подумайте о людях, которые испытывают те же вопросы или потребности, что и вы. И попросите Бога помочь всем этим людям. Попросите Его помочь всем без исключения. Сделайте это своими словами. И сейчас, когда вы попросили о помощи для себя, для других людей, поблагодарите Творца, скажите Ему: «Благодарю, благодарю, благодарю». Позвольте себе оставаться в этом моменте присутствия Бога столько времени, сколько вам угодно. Чувствуйте, как ваше сердце наполняется благодарностью и любовью. Когда вы будете готовы завершить медитацию, пусть ваши слова и мысли будут последними словами благодарности к Богу. Сделайте глубокий вдох и плавный, спокойный выдох. Ощутите пространство вокруг себя. Сделайте еще глубокий вдох. Ощутите ваши руки, ноги. Ощутите все ваше тело. Медленно откройте глаза. Оставайтесь с этим чувством покоя и связи с Творцом. Благодарю, что прослушали эту медитацию. Благодарю всех спонсоров канала. Если вам нужна помощь и есть потребность поработать со мной индивидуально, ссылки на связь со мной вы можете найти в описании к видео. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!